В индийских штатах Карнатака, Керала и Махараштра продолжаются сильные наводнения и оползни. Стихия уже унесла жизни 147 человек. Сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в лагерях временного проживания. В сильно затопленных районах не ходят поезда. Живем на улице уже 8 дней, дети тоже на улице. Как нам праздновать Курбан-Байрам? Весь Шау-Нагар затоплен, наши вещи пострадали, урожай уничтожен, а дети заболели. На возвышенностях спасаются не только люди. Вот такое зрелище можно было увидеть на затопленных улицах города Белгаум в штате Карнатака. Огромная рептилия отдыхает на крыше дома. В некоторых районах вода начала отступать, и люди могут вздохнуть с облегчением. Вода отступила, но до этого была по плечи. В районе Эрнакулам обстановка нормализуется. Больше бояться нечего. Сейчас в регионе работает около 95 лагерей. Там разместилось около 16,5 тысяч человек. За последние несколько дней 72 лагеря мы уже закрыли. Наводнения в этот сезон дождей также сильно ударили по штатам Гуджарат, Ассам и Бихар. Но там ущерб менее масштабный.